картинной галерее открылась персональная выставка Ольги Волокитиной, одной из первых учениц народного художника России Сергея Андрияки. В Люберцах мастер живописи презентовала свои работы впервые. Наша съемочная группа познакомилась с автором выставки и оценила ее картины. «Сказки русского леса» – это большая коллекция, которая насчитывает более 100 лучших работ Ольги Волокитиной. Здесь собраны произведения, созданные за 25 лет. Сколько всего написано картин за всю творческую жизнь, автор не знает. С красками и кисточкой заслуженный художник России с самого детства. Мои родители были счастливые люди, потому что со мной все было ясно сразу. Я рисующий ребенок. И поэтому спасибо моим родителям, кстати, технарям, которые на самом деле во мне поддерживали это увлечение. Персональную выставку Ольга Волокитина посвятила памяти своего учителя Сергея Андрияки. Народного художника России не стало месяц назад. Именно он привил любовь к акварели. Все работы на этой выставке выполнены в этой технике. Я, например, о масле не вспоминаю все эти 25 лет, потому что мне достаточно техники акварели на больших вот листах, которые могут заменить собой масло. И, на мой взгляд, акварель дает совершенно другое ощущение цвета, в чем, я думаю, зрители сами убедятся. Это большая яркость, большее свечение какое-то и больший оптимизм, который таким образом закладывается в каждой работе. Я просто восхищена, удивлена. Вы знаете, вот все такое живое, как будто я в этой жизни уже все это через себя пропустила. Я очень благодарна, вот, что нам такую выставку привезли. Ну, это очень красиво. Окунуться в сказки русского леса жители и гости городского округа Люберцы смогут до 15 июля. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.